Дорогие друзья, нахожусь на территории возле станции метро Юго-Восточная. Вот сзади меня вы можете видеть, вот начались какие-то работы. Мне стало интересно, что это такое. Вот, я решил подойти, посмотреть и поинтересоваться. В общем-то, вы сами все увидели. Некий павильон, где можно будет проверить свое здоровье. Я не знаю, чем была вызвана необходимость устроить подобное учреждение, можно сказать, в зоне, там, где мы с вами гуляем. То есть это, по сути, большая такая пешеходная зона, которая была сделана. Здесь можно кататься классно на самокатах. Вот, всю жизнь мы прожили без данной постройки. И насколько вот это все необходимо, нужно, ну, наверное, это должны решать специалисты. Хотя, на мой взгляд, зачем дублировать работу существующего диагностического центра номер 3 и, по сути, частично перегораживать эту площадь возведением вот этого сооружения. Честно говоря, для меня это стоит загадкой, потому что, сами посмотрите, места здесь остается на самом деле не так уж и много. Хотя на самом деле я понимаю, почему возникают желания строить подобные вещи. Потому что современному человеку, который работает во многом на износ, зачастую и на двух работах, нет времени для того, чтобы ходить и проверять свое собственное здоровье. Потому что существует еще такая хорошая поговорка: меньше знаешь, крепче спишь. Потому что если у тебя что-то найдут, вот, то надо будет лечиться. А лечиться стоит в наше время недешево. С другой стороны, может быть, вернусь к себе первой мысли, скорее всего, ставят для того, чтобы туда кто-то заходил и чтобы там проверял. Чтобы потом, наверное, могли отчитываться, что вот стольких мы проверили. Вот, будут там стоять, наверное, какие-нибудь девушки в цветастых кокошниках, зазывать туда пройти, сдать какие-нибудь анализы, провериться. Вот. Хотя, конечно, на мой взгляд, все это крайне сомнительно. Я как не ходил в подобные учреждения, так и не пойду в подобные учреждения. Потому что я считаю, что это лично для меня просто трата времени.